Трибуны Одинцовского стадиона гремят и скандируют. Футбольное поле озарилось от вспышек фотокамер. На площадку выходят по-настоящему звездные игроки. Команда «Брук Бойс» в переводе «Сломанные парни» встречается с командой «Матч ТВ». Константин Генич, комментатор, Дмитрий Шнякин, комментатор, Сергей Дурасов. То есть ребята, которые работают на «Матч ТВ» в той или иной роли. Некоторых видят по телевизору каждый день или через день. Некоторых не видят, потому что они работают редакторами, корреспондентами. Может быть, еще есть какие-то должности. Короче, в той или иной степени имеют отношение к каналу. Ребята спортивные не только по работе, но и в жизни. А их соперники – «Бруки», новички медийной лиги, турнира самых известных блогерских команд России. Дебютировал за нашу команду Евгений Плющенко, который как раз живет в Одинцовском районе. Также Игорь Макаров, хоккеист, у нас Игорь Знабихин, актер. Ну и вообще достаточно много медийных людей, которые любят спорт и готовы не только играть в футбол, но и делать определенного рода контент, который бы интересовал публику. К сожалению, Евгений Плющенко получил травму в самом начале игры. И команда «Сломанных» пропустила гол в свои ворота. На радость болельщиков «Матч ТВ». Я болел за «Матч ТВ», хорошо «Матч ТВ» сыграл. Молодцы, что забили. Но так просто «Сломанных» не сломать. Поддержать «Броков» приехали ребята не только из Москвы. Максим Прокопенко – житель Нижнего Новгорода. Ход игры спрогнозировал заранее. Хочу отметить одного игрока – Никиту Топтыгина. В принципе, игрок неплохой. Это похороны. 3-1 будет во втором тайме. Хитрик Топтыги. Ну и потом, может, Плющенко выздоровеет, выйдет на добивочку. Так почти и случилось. Во втором тайме в ворота «Матч ТВ» прилетело два мяча. Но поводов расстраиваться не было. Все получили невероятный заряд позитива. Напутствуя спортсменов в самом начале игры, глава округа заверил, что такие встречи и впредь обязательно будут проходить на наших стадионах. Любительский спорт развивается. У нас в округе есть для этого все условия. Прекрасный стадион, искусственное покрытие, прекрасные спонсоры, с которыми мы уже много обсудили, многие проекты, я уверен, будут здесь развиваться. А мы будем во всем поддерживать и помогать. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».